Предпринимательница из Никеля номинирована на ежегодную премию «Сделано в России 2022». Этой весной она открыла в поселке современную арктическую пекарню. В меню фирменный хлеб и сладкая выпечка со вкусом северных ягод. Генеральным партнером премии выступила компания «Норникель». Зоя Раткевич шла к своей мечте постепенно. Еще будучи подростком, стала осваивать секреты выпечки. Позже научилась выпекать хлеб, начала изготавливать торты на заказ. К открытию кофейни подошла серьезно. Победив в конкурсе беспроцентных займов Норникеля и получив грант региональной программы «Губернаторский стартап», подготовила помещение и обучила персонал. Теперь никельскую пекарню номинировали на премию «Сделано в России-2022» в номинации «Городская среда». В списке претендентов на победу оказался и городской фестиваль по реставрации старых домов «Том Сойер Фест». В этом сентябре в его рамках восстанавливали мурмашинскую русалочку.